Рома, блядь, включи свет. Зачем? Нащупаем, там выключатель рядом. Рома, я дам это делать. Я приготовил вам сюрприз просто. Они что-то не захотели со мной идти. Ну и хуй с вами. Так, ничего. Ничего. Тоже ничего. Вау. Не слышу. А ты будешь? Тут таракан. Тут таракан ходит. Ваня, тут таракан. Я не знаю, что с ним делать только. Ты дружелюбный, брат? Блять, он не дружелюбный. Все, я понял. Ладно, пока детальки подношу. Не, и так хорошо. Нет, там фонаря нет. Ладно. А тут на улице что-нибудь спавнится, нет вообще? Я на улице. Да не, это неинтересно. Пару секунд спустя. Ой, бля! Больно бьют так-то. Блять! А улей можно забрать вообще, нет? Да-да-да, с него, кстати, блядь, дают тебе это пунило. Ну. Попробуй резко побежать, блядь. Резко побежать, попробуй. Ну! Немного не получилось. У меня есть такой план. Я нахуй прыгаю ему по башке, блядь! Так, я хочу... Знаете, что я хочу? Я хочу кое-что проверить. Кое-что проверить, на чем я хочу поехать. Вот для чего я тюню машины в GTA 5? Чтобы... Чтобы что? Вау. Это вторая машина. Чтобы ими дорожить и не ездить на них правильно. Только не в стену. О, вот туда хочу. А сюда есть выезд? Вау, там ресторан какой-то на улице. Что-то я не обращал внимания. Hello? А это что? Текстуры просвечивают, что ли? Я дырку в карте вижу. Ладно. Hello? Кто звал? Не понял. Какого хрена так тупо падаешь? Добрый вечер. Добрый вечер. Чем занимаетесь? А чё ты встал? Хули... Встали. Тебе что-то не нравится? Тебе кофе не понравился, что ли? Хороший кофе был. Наверное. Но я не любитель кофе. Я не понял. Какого хрена ты бублик роняешь? Хлеб на пол кидаешь? Тебе еды слишком много, что ли? Какого хрена на тебе шарф вообще? На улице лето, блядь. Ты в шарфе, блядь. Он ни хрена не сочетается с ебучей твоей футболкой. Ты... Я думаю, немного погорячился. Ладно. Мужчины, которые когда-либо шившие на одной жилплощади с женщиной, это видео вам сейчас очень сильно понравится. А мужчины, которые еще не жили на одной территории с женщиной, для вас это вообще будет открытием, находкой. Это для вас сейчас будет бесценнейший опыт. Тебе по факту несказанно повезло, что ты попал на это видео. Аналогов такого видео и такого разбора вообще не существует. Вкратце, что вы сейчас увидите? Это будет 4 видео. Первое видео самое главное. Вот оно. Муж, значит, уехал от жены, пока ее не было дома, и забрал технику и мебель разную. И под этим видео начался ведьмин шабаш. 8000 комментариев, чуть больше, чем за сутки. И эти как раз познавательнейшие, самая изюминка, и эти познавательнейшие комментарии я как раз и буду показывать на протяжении всего сегодняшнего сюжета. Второе видео будет, это отборные Рома. Комментарии. Вот ты хуйню смотришь, идиот, блять, я себя хуею. Ну вы просто внимательно слушали, я решил не убирать. В ТикТоке я, так сказать, увидел, в ТикТоке, давайте по-русски это называть, один лайфхак, можно...
протюнинговать полицейскую машину. Короче, в чем заключается лайфхак? А, я же сказал, в чем заключается. Мы тюним машину. Я тюню машину. Затем ставлю ее возле полицейского участка. Там угоняю полицейскую машину, топлю полицейскую машину, переключаюсь на другого персонажа, и в этом же полицейском участке я как-то забираю тюненную полицейскую машину. Я хрен его знает. Попробуем. Так, тут мы едем прямо, аккуратненько проезжаем на красный свет. Как меня учили в автошколе. Бесповоротненько поворачиваем налево, немного притормаживаем, естественно, сбрасываем скорость. Срезал через тротуар, это не важно. Опять красный, как мне не везет, но я тороплюсь. Здесь можно повернуть, не сбрасывая газу. Ой, не пропустил пешехода. Бывает, бывает. Но пешеход, естественно, отделался легким испугом. Тут ничего такого. Легким испугом. И походу обосрался, потому что засрал мне одно из крыльев. Так. Майкл, ты цел? Просто я немного отвлекся и что-то решил вылететь через окно. Сэр, сэр, а вы там как? Нормально себя чувствуете? Или мисс, кто там? Алло. Она разговаривает, уже хорошо. Что, тоже? Скидывай. Хотя, нет, стой, 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 пока не скидывай. Давай, давай, стою. Сейчас заберет. Стой, 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 стой. Стой. Так они же только зеленые, нет? Нет, желтые еще есть. Там желтые они лучше. Типа мощнее? Да. Витя, купи желтые фонарики. Витя, ну купи желтые фонарики. Ну купи. Райан Гослинг, купи фазарики, заебал. Я тебе... Я станцевать тебе могу. За фонарик. В пуф. Видите это, пацаны? Ты как коробку несешь? Одной рукой? Ебать, ты жесткий. Хули, Райан Гослинг. Это пиво, дурак, блядь. Это одной рукой несешь его. Ящик пива. Это так не работает. Эй, сейчас дверь! Просто улетит, чекай, сейчас все улетит нахуй. Дверь! Спасибо. Так. Мы подъезжаем к нашему заветному месту. О! Опа, да ну нахрен. Ни хрена себе, да ладно. Ебой, она разгоняется неплохо так. Ап. Опа, олень. Кстати, у нас одно колесо не крутится. Возможно, это проблема. Стой, стой. Я полиция, я могу помочь. Помоги кто-нибудь. Чем помочь? Шо ты? Шо с тобой? Чем помочь? А чем тебе помочь-то? Ты прощаешься с ней или чё? Я не понял, чё ты... Не понял. С тобой всё норм? Что за... Женщина! А, нормально. Вам помочь? Нет, женщина. Здорово, садовник. Чё там? Чё интересного? Чё расскажешь? Ты знаешь, как эти цветы удобрять? А вот я знаю, ни хрена ты неправильно их удобряешь, понял, да? Тьфу на тебя, хреновый ты садовник. Дорогие пассажиры, я надеюсь, вам нравится наш полет. Он, наш полет займет не более 5 минут. Если вам что-то не нравится, можете прыгать за борт. Так. Немного газ сбросим, даже уменьшим. Я надеюсь на то, что мне получится здесь нормально приземлиться.
но это не точно. Доброго времени суток, товарищи. Огромное спасибо вам за просмотр. Хочу попросить вас поставить лайк и подписаться на канал, если вам понравилось это видео. А если не понравилось, я думаю, в будущем вам понравится. Еще хочу попросить, чтобы вы рекомендовали мой канал друзьям, близким, родственникам, для того, чтобы я мог развиваться и радовать вас более качественным видеоматериалом. А на этом у меня, в принципе, все. Так что увидимся в следующем видеоматериале. До скорой всем встречи, товарищи!